Доброе утро, мои дорогие. А сегодня мы едем в Херсонес. Так что все, кто не были, кому это интересно, милости прошу с нами. Вот это все фиолент. Фиолент огромный. Я говорю, наверное, миллион домов. По обеим сторонам дома, дома, дома и до моря. Дома закрывают, а так вон он, сколько тут домов. Вот это уже новые понастроенные за последние 4 года. Строительство идет просто на ура. Видите, какие крышки, люки вот эти, 5 копеек, 1961 год. Я вот больше нигде не видела. Вчера была такая жара, а сегодня ветер. На солнышке жарко, а где ветер, там холодно. Вот, сегодня Пасха, с праздником всех. И вот я такое вижу первый раз. Все с корзинками. Ну, не все, но очень много людей. Вот. С яйцами, с пасхами. Вот. А те, кто не с корзинками, с пакетами. Но с корзинками очень много людей. Вот еще бабушка с корзинкой. Нам уже столько встретилось по дороге. А я еще думаю, что их продают, этих корзинок, прям разных-разных размеров. А тут оказывается вот так. Далековато идти пешком. Ага. До Херсонеса. Мы-то раньше на машине сюда ездили, а пешком-то оказалось идти. Шляпы с корзинкой. Какие тут сосны, просто вот до самой земли ветки. Тень от них. Народу. С корзинками. Народ. С ума сойти. Это сколько же у них корзинок тут продается на Пасху? Всякие разные. Ирина Александровна, какое количество яиц продается, если все... Обалдеть. Ну, короче говоря, вы поняли. Народ с корзинками идет в гости с утра. Все нарядились, приоделись. Одни мы на Херсонес, наверное, сегодня. Ирисы цветут.
везде. Пробка создала. Ой, господи. Пешеходы, внимание, стоим. Дорога узкая. Вот 22-й, видишь, ходит. Ага. Это люди, наверное, идут в храм освящать. Вот чего. Дошло до меня точно. Это они, кто в храм, а кто из храма. Шашлыки с утра уже жарят. Ничего, только хорошо там это. Да. Пока вышел, вот этот забор порос. Ну вот. Мы шли-шли. И пришли к входу. Ой, сколько же тут сегодня людей. Обалдеть. Они куда-то на шашлыки, у нас с кем-то мужики кумовья приехали. Никогда тут столько народу-то не видела. Летом и то меньше. А люди идут и идут. Оказывается, сегодня вход свободный, без билетов. Но только на рамки проверяют. За ручку возьмите Леру, пожалуйста, ребят. Вот, поэтому столько людей в храм этот. Какие-то штуки построили. Куш-куш-куш, да? А, наверное, где что находится. Интерактивная викторина. Так, пошли на эту сторону. А то мы против течения идем. Видишь, ну, смокинг. Курить запрещено, да. Но смокинг. Видно вам, сколько там людей? Там очередь в храм кольцами. Обалдеть. Кругом люди, люди, люди. Это все туда хотят попасть? Конечно. А во сколько будет там? Да какую-то очередь туда стоит. Так нет, а что, посмотреть внутри? Ну, люди, ты видишь, освещают яйца, куличи. Я думал, служение будет. Так служение. Служение, поди, всю ночь было. Раскопки древнего города. Вера, иди сюда. Давай, пойдем колокол большой посмотрим. Пойдем. Какой парусник плывет. Thank you.
Ой, у этого колокола такая судьба интересная. Сейчас я вам почитаю. В 19 веке колокол находился на звоннице Херсонесского монастыря. В Крымскую войну его вывезли в Париж в качестве трофея, откуда он был возвращен в 1913 году. Надпись на колоколе гласит: «Сей колокол вылет святого Николая Чудотворца в Таганроге из турецкой артиллерии весом пуд 1778 года». Вот этот колокол висел на Нотр-Дам-де-Пари. И вот в результате что получилось? Его вернули, он теперь висит тут, а Нотр-Дам сгорел недавно. Ветер сегодня. Я вот всем рассказываю, летом мы тут были с Алинкой. И вот в этой, как в ванне, лежали два мужчины, там же мелко, и волны их так окатывали. И мы шли одеты, и им так завидовали. Здесь купаться-то можно, но вот по этим камням радости-то мало. Все-таки где песочек или галька хотя бы такая вот, ну, гладкая, получше. Ой, такой ветер. А вот эти вот разваленные колонны на всех открытках, магнитах Херсонеса. Пикники на берегу. Красота. Сидят себе на бережку. Да. Парусники. Ведь это практически в центре города. До центра недалеко тут. Ой, ну сегодня тут, конечно, ажиотаж. Какое здание. Не уходи далеко, покушать надо рядом. Прям как итальянский дворик. Устали. Находились, устали, да, Егор? И вроде и жарко становится. Что, Лерочка, водичка? Уже мечтал бы Деда Мороза. А, это из соленого теста. Района Гагарина. Лепит. Главное. Все, спасибо. И ни одного кадра. Нигде не могу найти. Да, я смотрю. Не ошибаюсь. Ой, какая кошечка. Я столько сценариев учил. Все, я забираю. Я домой забираю. Столько выступал. И ни одного кадра. Я разочаровался. Они забирают? Рядом с Лепетиновым. Молодцы, какие детей заняли делом. Давай еще вот такого маленького. Я пойду. Все, забирать?
Смотри под ножки, Лерчик. Смотри, а тут камушки кругом. Стой его! Все, мама там зовет. Лера. Театр был. Там пи-пи-пи. Античный. Лера. Лерочка, дай ручку, Лера. Дай ручку. Че? Да. Колокола бьют. Иди, иди. Посидеть хочешь? Нельзя ходить. Лерочка, здесь ножками нельзя ходить. Это сидеть. Ой, пойдем, пойдем. Ты же домой хочешь? Пойдем. Давай в театр. В театр, а вот тебе театр. Вот он театр. Вот и театр. А люди все идут и идут. Очередь. Народ все идет и идет, а мы уже час стоим, ждем автобуса. Его нет и нет, нет и нет. А я боюсь, что у нас и я-то не дойду, и Лера-то. Лера-то маленькая устала, вон они там сидят. Ну это 2 километра еще шагать надо.